Вітаємо вас, шановні друзі. В ефірі програма «Це вас хвилює» в студії Нелі Толмач. Традиційно у цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченої питанням здоров'я. Тема сьогоднішньої зустрічі – сезонні алергії. Допоможе нам розібратись у всіх аспектах цієї непростої теми міський дитячий алерголог Вікторія Анатоліївна Яцишина. Вікторія Анатоліївна, доброго дня. Дякую, що ви сьогодні з нами. Здравствуйте. Насправді тема доволі актуальна, тому що саме зараз пік сезону алергічних реакцій. Між тим, давайте розпочнемо спочатку. Як зрозуміти, що у дитини алергія, а не якесь інше захворювання? Ну, алергія – це как бы синдром, при котором есть определенное проявление. И, конечно, когда родители приходят ко мне на прием, я прошу их выразить свои жалобы по отношению к ребенку, что их беспокоит. Многие, конечно, затрудняются что-либо ответить, не сразу ставят диагноз, как у нас принято. При этом эти симптомы достаточно простые. Это чихание, насморк, слезотечение, зуд, беспокойство. То есть ребенок выходит на улицу, начинает чихать, иногда даже задыхаться. И при этом все эти симптомы очень похожи на ОРВИ, но не сопровождаются лихорадкой. Если вы заметили, что у вашего ребенка отсутствует температурная реакция, ребенок вялый, ребенок отказывается от еды, при этом есть эти симптомы, то есть желательно насторожиться и обратиться сначала к участковому, а потом уже к аллергологу. Плюс еще это должно настораживать, если это повторяется в один и тот же сезон на протяжении одного, двух или трех лет подряд. Существует ли группа риска? Вот какие детки попадают в диагноз аллергиков? Предрасположенность к аллергическим заболеваниям передается по наследству, но есть еще группа детей, которая составляет 20-25% от всего детского населения, которые не имеют этой предрасположенности, но у них были проявления в прошлом. Это может быть атопический дерматит до года, который потом исчез. Может быть другое аллергическое заболевание, допустим, крапивницы, отек квинки, которые сопровождались выраженные реакции, были связаны с какими-то продуктами, добавками, иногда сиропами, с медикаментами. И в дальнейшем этот ребенок может дать аллергическую реакцию на пыльцу растений. Не всегда такой анамнез есть у каждого ребенка. Бывает, что первое проявление проявляется в сезон, и до этого времени у него не было никаких аллергических проявлений. Есть ли момент вот наследственности, предрасположенности, если, например, у родителей есть аллергия, можно как-то помочь или предотвратить факт проявления аллергии у ребенка? Ну, во-первых, должны молодые родители, которые собираются завести ребенка, они должны изучить свое здоровье. Если папа и мама аллергики, у них уже есть проявление аллергических заболеваний, они об этом знают. И это связано, допустим, с сезонной аллергией, с пыльцой, то мама должна планировать свою беременность, чтобы последний триместр и начало кормления грудью, роды не попадали в сезон цветения. Это очень важный момент, поскольку пыльца может обнаруживаться в крови, она может попадать и вызывать аллергические реакции у матери. Набор медикаментов для лечения этого состояния очень ограничен, и, соответственно, эти антитела мамы могут попадать к ребенку. И таким образом возбуждать его иммунную систему, приводить к реализации именно аллергического направления в иммунной системе. Кроме того, если в семье присутствует один из родителей, который страдает аллергическим заболеванием, то, соответственно, желательно придерживаться определенных мероприятий в диете для будущей или беременной мамы, также соблюдать определенные гигиенические мероприятия, то есть не заводить животных. То, что спровоцирует, чтобы не было больших пылесборников, там пушистые ковры, мягкие игрушки и тому подобное. Конечно, одним из факторов для уменьшения проявления аллергии является грудное вскармливание. Ранее искусственное вскармливание, к сожалению, провоцирует развитие
атопического дерматита и в дальнейшем различных аллергических заболеваний. Ну и здоровый образ жизни. Вот это очень важно, потому что если родители ведут нездоровый образ жизни, то у детей, соответственно, иммунная система будет работать немножко по-другому. Видите, много факторов, которые наслаиваются, собственно говоря, и проявляют здоровье, даже будущее здоровье неродившегося ребенка, и о чем стоит действительно подумать, потому что тема очень серьезная. Виктория Анатольевна, какие виды аллергии наиболее распространены? В сезон цветения, то есть мы различаем пыльцевую аллергическую реакцию, так называемая целая группа полинозов. Полиноз – это группа заболеваний, которые имеют одну причину возникновения – это аллергия к пыльце растений. На Украине существует три сезона полинации. Это весенний катар, когда на пухтополя, березы. В основном это деревья, проявляются в виде чихания, насморка, заложенности носа, слезотечения. Для Николаевской области это менее актуальный. Больше является причинами механическое раздражение пыльцы, потому что она достаточно такая активная, агрессивная, она колючая, она может вызывать механическое повреждение слизистой глаз, носа. Потом у нас идет сезон летний, он с конца мая месяца до середины июля. Это луговые травы, злаковые, он тоже для нас менее актуален. И уже с середины июля месяца до конца сентября или начала октября, это один из самых больших периодов полинации, связан с сорными травами, и для региона Николаевской области очень актуален, потому что в этот период цветет амброзия, подсолнух, полынь, лебеда, циклохена, которые являются причинами полинозов где-то в 90% подростков и детей. Если брать вот именно аллергию на амброзию, когда надо уже начинать себе помогать и в какой форме это лучше сделать? Аллергия на амброзию встречается монокомпонентно очень редко. То есть это может быть единичный случай, когда человек реагирует только на одну амброзию. В последнее время я делаю аллерготестирование, и у детей даже младшего возраста, вот 3,5-4 года, начали проявляться комбинированные аллергены в виде проявления полинозов. Это амброзия и подсолнух. На третьем месте стоит циклохена, и потом уже лебеда и полынь. То есть большинство детей реагируют на вот эти два, на эти две пыльцы, и, соответственно, мы убираем продукты, соответственно, мы убираем, которые дают перекрест с этими растениями. К сожалению, подсолнух у нас культурное растение, высаживается вокруг города Николаева в больших количествах, мы не можем с ним ничего сделать, поэтому тут стоит вопрос. Начинается цветение у разных высаженных сортов подсолнечника немножко в разное время, поэтому люди, которые чувствительны к нему, могут уже с 10-15 июля реагировать на эту пыльцу. Амброзия может начинать свое пыление чуть-чуть попозже, ближе к концу июля. Активность припадает на первую половину августа и сохраняется до конца сентября, если нет дождей и сухая ветреная погода. Все зависит от погоды. Если будет сухая ветреная, это более длительный сезон полинации и больше пыльцы в воздухе. Если это дождливая, то будет немножко пыльцы поменьше. В какой форме происходит лечение? Потому что сейчас много информации об аллергиях, доступ в интернет без проблем, и, собственно говоря, начинается самолечение. Что предлагает официальная медицина, и до какой стадии надо еще находиться дома, и когда надо уже обращаться в лечебное учреждение? Желательно обратиться в лечебное учреждение как можно раньше, потому что... То есть самолечение вообще мы отметаем сразу? Естественно, при всех аллергических реакциях, потому что некоторые случаи полинозов, вот я затронула эту тему, сказала, что это группа заболеваний, но не сказала, какие. Это может быть ринит, аллергический конъюнктивит, это может быть комбинированный аллергический ринокониуктивит, это может быть
бронхиальная астма вплоть до развития достаточно серьезных реакций в виде там даже анафилактического шока при большом контакте с аллергеном. Хотя это встречается крайне редко, но такие случаи описаны. Поэтому, если есть подозрение, надо обязательно обратиться к врачу. Не обязательно, чтобы это был сразу же аллерголог или там срочно сделайте что-нибудь и так далее. То есть это может быть терапевт, педиатр, это может быть лор-врач, потому что у нас существуют протоколы лечения аллергического ринита, они стандартные для всех возрастов, и первичную помощь вам, естественно, окажут адекватную. В дальнейшем, для того, чтобы определиться, что это за аллергический процесс, обращаются на консультацию к аллергологу, где проводятся определенные исследования. Это определение иммунологические и аллерготестирование. Аллерготестирование в сезон цветения не проводится ни в коем случае, потому что детей это запрещено в связи с развитием возможной неадекватной реакции. Поэтому мы проводим его, начиная с конца октября месяца до 1 мая при подозрении на пыльцевую аллергию. А в дальнейшем, в сезон цветения летом, я тестирование не провожу. Аллерготестирование – это может ли родитель сам, например, прийти в лабораторию и провести это исследование, или это все под наблюдением доктора надо делать? Это не проводится лабораторно, потому что, к сожалению, из моего опыта тестирование на определение специфических иммуноглобулинов Е немножечко в нас в городе страдает. Мы проводим кожное тестирование прик-тестами, это бесполезно, это в течение получаса проводится, дети хорошо переносят, никаких реакций нет. У нас есть стандартные аллергены, выпускающиеся в Украине на нашу пыльцу, поэтому родители могут приходить, записываться. Мы готовим детей, которые более эмоциональны и такие боятся всего, то есть я рассказывала, психологически подготовить ребенка, они прекрасно все это переносят, и в дальнейшем мы уже разрабатываем тактику поведения родителей, если есть аллергия на пыльцу. Понятно. А где это можно произвести, это аллерготестирование? Это можно провести у нас в кабинете, телефон 249130, позвонить, записаться, Чкалова 93, филиал 4-й детской поликлиники. Итак, поставлен, собственно говоря, определен аллерген, родители поставили в известность. Что происходит дальше в плане лечения и насколько длительное лечение? Значит, у нас есть два вида лечения. Это фармакологическое лечение и специфическая аллерговакцинация. Фармакологическое лечение начинается до начала цветения и предусматривает самой прием препарата в течение всего периода. То есть это с середины июля месяца до конца сентября. Без перерывов, без уменьшения дозы. Плюс еще определенные гигиенические мероприятия. Ношение головного убора, очки, барьерные препараты, которые создают оболочку в носу, и таким образом эта пыльца не внедряется в слизистую носа. Плюс еще проветривание определенное, то есть мы создаем барьер из влажной ткани на окна, на балконы, для того, чтобы эта пыльца не попадала в квартиру. И специфическая аллерговакцинация предусматривает собой определенный прием в дозах, в низких дозах аллергена, для того, чтобы мы как бы обманули иммунную систему, она привыкла к этому аллергену. Лечение идет не меньше 3 лет. Не меньше 3 лет. Это по схеме применения поддерживающих доз. И в дальнейшем от эффекта мы можем продлить на 4-5 лет. Но в результате этого лечения мы добиваемся стойкой длительной ремиссии в несколько лет, иногда десятков лет. Представляете, как хорошо. То есть, если вовремя предотвратить ситуацию, то, возможно, в взрослом возрасте человек и не столкнется с проблемами аллергии. Да? Исследуя тему, я обратилась к интернет-сайтам и непосредственно форумы. И там некоторые пользователи интернета говорят о том, что большинство препаратов для лечения аллергии, они гормоносодержащие. И, собственно говоря, вызывается соответствующее состояние организма, и люди этого очень боятся.
Дело в том, что сейчас при лечении аллергических заболеваний используются топические стероиды. Системные мы используем крайне редко, только в остром периоде. Это при неотложных состояниях крапивница, отек венки, анафилактический шок. У них строго регламентированные дозы и тому подобное. Топические стероиды – это уже более совершенные селективные гормоны, которые не дают осложнений. Они имеют очень низкую биодоступность. Биодоступность – это количество аллергена, который попадает в кровоток. У некоторых он меньше 0,1%. Я родителям привожу пример, что из 1000 молекул они получают только одну молекулу, и она абсолютно не может влиять ни на какое состояние и развитие ребенка, потому что с пищей они получают гормонов намного больше, чем с этим лекарством. К тому же топические стероиды, они очень эффективны при лечении аллергических заболеваний, они дают стойкую ремиссию, они убирают симптомы, и если лечиться другими средствами, то есть на сосудосуживающие капли у нас имеются ограничения, к ним вырабатывается быстрое привыкание, и детям больше 5-7 дней запрещено их давать, потому что может быть побочное действие с попаданием в реанимацию. При топических стероидах таких нету, за 14 лет приема, то есть и назначения этих препаратов у меня не было ни одного побочного действия. То есть можно, собственно говоря, не переживать. Если, да, если их правильно принимать и правильно назначать, то эффект будет заметен сразу, буквально на следующий день, и побочных действий не будет. А какова частота приема препаратов? Потому что тоже разные взгляды по этому поводу, вплоть до того, что как только проявляется, сразу надо принимать препарат или надо заблаговременно для того, чтобы себе помочь. Ну, во-первых, при полинозе мы стараемся назначить терапию за несколько дней или даже недель, за неделю-две до начала активного цветения, потому что пыльца начинает уже потихоньку более ранние растения давать уже в июле месяце, когда еще нет большого количества пыльцы в воздухе. Мы уже начинаем лечение, тогда люди нормально переносят этот период. Если уже появились симптомы, то, конечно, мы будем еще добавлять, кроме топических стероидов, еще сосудосуживающие коротким курсом, антигистаминные и другие препараты для того, чтобы уже бурную реакцию уменьшить. В дальнейшем достаточного, если это топические стероиды, все зависит от возраста, если это до 6-летнего возраста, то достаточно одной дозы в день, если же это старше 6 лет, это две дозы в день постоянно. Есть такое понятие мутирующая аллергия. Что имеется в виду? Ну, это, я так думаю, придумали блогеры. У нас официально такого понятия мутирующей нет. У нас есть поливалентная аллергия. То есть, если человек страдает аллергией к какому-то виду пыльцы, это не говорит о том, что у него не будет к чему-то другому аллергическая реакция, потому что настроенность иммунитета по аллергическому типу, она универсальна. То есть этот же человек может иметь и медикаментозную аллергию, и аллергию к бытовым аллергенам. Допустим, очень часто это проявляется в виде аллергии на кошек, вот, или животных других. Может присоединяться другие виды аллергии, грибковые и тому подобное. Я думаю, что блогеры немножечко как бы это все соединили, утрируют, да, потому что вот это поливалентно, плюс еще есть перекрестная аллергия. Вот казалось бы, почему мы не разрешаем там, ну, продукты из подсолнечника, понятно, когда есть аллергия на подсолнечник, мы не рекомендуем такие растения, как бахчевые, арбузы, дыни, потому что, как показали исследования, на их кожуре содержится большое количество пыльцы и амброзини, и она может внедряться вовнутрь. Это ягоды, и таким образом мы ее получаем вовнутрь. Поэтому эти продукты не рекомендованы людям, которые имеют аллергическую реакцию. Допустим, люди, которые не переносят аспирин, не рекомендую ни в каком виде яблоки. То есть есть в яблоках, в яблонях содержится небольшое количество ацетилсалициловой кислоты. Ну, есть достаточно много перекрестных реакций. Вот, возможно, они это имели в виду.
Виктория Анатольевна, вы доктор практик, и со своей личной практики как можете определить, какие наиболее типичные ошибки допускают родители для того, чтобы, собственно говоря, обезопасить своего ребенка или помочь ему, они ситуацию еще усугубляют? Ну, во-первых, хождение по докторам. Вот так вот. Да, многие очень ходят от одного доктора к другому, к третьему, и не выполняют рекомендации никого. Таким образом усугубляется состояние самого ребенка. То есть мама с папой не страдает, страдает ребенок. Во-вторых, я считаю, что родители, которые имеют какие-то аллергические заболевания, обязательно должны перед планированием беременности проконсультироваться с аллергологом. Для того, чтобы придерживаться определенных мероприятий в дальнейшем для уменьшения развития аллергических заболеваний у новорожденного. Я не могу сказать, что это 100%. Ребенок не заболеет аллергическим заболеванием, но, по крайней мере, это будет позже и в меньшей степени выражено. Обязательно нужна консультация по поводу перехода от грудного на искусственное вскармливание, потому что процент детей с аллергиями на искусственное вскармливание достаточно высок, очень высок. Кроме того, обязательно, если есть проблемы пищеварительной системы у ребенка на первом году жизни, обратите на это внимание и проконсультируйтесь со соответствующим специалистом. Ну и если у вас есть подозрение на пыльцевую аллергию, обратитесь, проведите аллерготестирование вне сезона цветения, потому что многие родители, побывав у меня в прошлом году, я назначила им иммунологическое обследование, они его не сделали, рекомендовала им прийти на аллерготестирование, никто не пришел, ввиду своей занятости. В этом году они пришли и начали требовать срочного аллерготестирования. Понятно. Если бы это был единичный случай, я бы еще промолчала. Но если это повторное и неоднократное, то, конечно, родители, задумайтесь об этом. Не игнорировать все-таки советы доктора, потому что это чревато, собственно говоря. Конечно. Аллергия, она или есть, или ее нет. Если она доказана, что она есть, и вам проведены тестирования, подойдите заранее, проконсультируйтесь. Те дети, которые у меня были в июне месяце, получили назначение, они в этом месяце чувствуют себя намного лучше по сравнению с теми детьми, которые явились уже в разгар цветения. Хочешь быть здоровым, помоги себе сам, собственно говоря, да? Виктория Анатольевна, у нас остается немного времени, но я не могу не задать этот вопрос, потому что нынче сфера рекламы у нас очень развита. И, собственно говоря, можно, сидя на диване с экрана телевизора, поставить себе диагноз и назначить лечение. И все у нас самолечением занимаются очень активно. Как относиться к препаратам, которые рекламируются, и являются ли они универсальными и безопасными? Можно ли активно их использовать? К сожалению, я очень негативно отношусь к рекламе, особенно медикаментов, потому что есть у нас еще один аспект, который врачи не очень поддерживают, это безрецептурная продажа медикаментов. Да. Кроме того, в последнее время, может, стало это немножечко поменьше, но многие слушают рекомендации фармацевтов, особенно в аптеках. Дайте мне от того, дайте от того. Естественно, фармацевт предлагает или более дешевый вариант, или тот, который плохо продается. Это тоже своего рода бизнес. То есть у нас есть протоколы, в которых точно написано, какие препараты мы можем назначать. Кроме того, есть инструкция. В инструкции написано, с какого возраста они рекомендованы, в каких дозах и так далее. То есть сам производитель это уже говорит. И назначение самостоятельно, так, как вы себе хотите, иногда приводит к очень печальным последствиям. Поэтому заниматься самолечением – это хуже не для вас, именно для вашего ребенка. Все-таки лучше обратиться за специализированной помощью, получить адекватную терапию. Можно ли сказать, что лечение аллергии – это индивидуальный подход прежде всего? Вот так вот на широкий загал нельзя? Конечно. Дело в том, что аллергический процесс – это хронический процесс. Он остается на всю жизнь. Некоторые препараты не подходят некоторым детям, и мы их меняем на другие. Некоторые могут вызывать побочные действия, как любой медицинский препарат.
Поэтому здесь мы используем метод подбора и метод дозы подбора. То есть не обязательно, чтобы мы начинали, то есть есть специальные рекомендации специально для врачей по комбинированию препаратов, по их применению, по адекватному применению, которое не расскажет ни один рекламодатель и никакой интернет. Спасибо вам большое за такую массу ценных рекомендаций и советов. Мы желаем вам крепкого здоровья, вашим пациентам и всем нашим зрителям. Спасибо большое. Спасибо вам. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Це вас хвилює». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто склав нам компанію. Я бажаю вам всього найкращого і залишайтеся надалі на нашій затишній хвилі.